Этот бизнес-план принесет нам огромную прибыль. Это внутренний туризм. Внутренний туризм? Чтобы здесь я тебя больше не видел. Дети непослушные, капризные, постоянно в телефонах. К тому же не знают родного языка и культуры. Вместо лагеря в Америке отправлю в село. Мы откроем лагерь и красиво назовем «Аул Кэмп». Какой нормальный родитель отдаст свое чадо в лагерь в селе? Да еще и за деньги. Тати, не делайте с ним плохо. Он да манш, он там будет играться, общаться, воду таскать, дрова рубить, навоз. Ладно. Кто первый добежит до дома, у того самые лучшие комнаты. Туалет, охрана, бассейн, столовая, аварийный туалет, раковина. Мы, конечно, понимаем по-казахски, но не говорим по нему. Дура с техникин. Не говорит, но понимает. Как они с тобой мать, он хочешь вести? Мощный туз же союзба. Ни одну песню на казахском не знаю. Пока не споешь и куда не пойдешь. Это моя вечеринка. Что это такое? Скриптонит. Я же тебе сказал что-нибудь казахское. Ну он же казах. А что дальше? Если хотите узнать дальше, то подписывайтесь на мой инстаграм.